правила дорожного движения, переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора. Это ради вашей безопасности. Давайте соблюдать правила дорожного движения, потому что мы в своем городе, мы любим его. Происходит дикий грабеж нашей страны. У наших детей и внуков нет перспектив. И мы пришли сюда, чтобы эту бандитскую власть достучаться. Ну невозможно уже терпеть. Это уже до маразма дошло. Сколько можно? Нас уже ни во что не ставят. Я сегодня пришел выразить поддержку Алексею Навальному, которого я считаю, что не совсем законно заключили под стражу в СИЗО. Вот. И, конечно же, я хочу, чтобы такого в нашей стране никогда больше не повторялось. И, собственно, именно поэтому я сегодня здесь. А сколько вам лет, Никита? Мне 20 лет. Вы студент? Да. Пускай! Отпускай! Отпускай! Главное, смотрите, чувство объединения, что мы все-таки что-то можем. Они сидят в закутке и боятся. Вышли?